Сталинград поглотил гитлеровские армии. Польша была завоевана за 28 дней. За 28 дней в Сталинграде немцы сумели захватить несколько домов. Франция пала за 38 дней. В Сталинграде за 38 дней немцам удалось перебраться с одной стороны улицы на другую. Немцы называли военные действия в городе «крысиной войной». В ней нельзя было положиться на техническую мощь армии. Здесь солдат стоял против солдата и разделяло их 10-20 метров. Выигрывал в этой войне тот, кто был злее и изобретательнее. Тот, в ком было больше мужества и воли. Тот, кто был сильнее духом. К концу октября советские солдаты, глядя на пленных, заметили, что немцы перестали бриться и мыться. Отчасти сказывался недостаток воды. А ведь до Сталинграда немецкий солдат с овшами был большой редкостью. Бороться с паразитами немцев учили русские перебежчики хиви. Одежду закапывали в землю, оставив на поверхности только ее край. Вши устремлялись наружу, где их и уничтожали. Напротив, в советской армии именно в эти тяжелые дни выглядит неопрятно стало дурным тоном. Вне зависимости от тяжести боев, раз в неделю каждый солдат шел в баню на берегу Волги и получал комплект чистого белья.